строится на практически тех же основах и тех же аксиомах, что и Фридман. Применение разных теорий жизни. В наши дни геометрия Лобачевского используется в космонавтике для прокладывания дальнейших маршрутов, вычисления траектории полета, сферы физики и во многих других естественных науках. Хотелось бы остановиться на эволюции принципа относительности физики и ее связи с геометрией. Теория относительности – это теория описывания универсальные пространственно-временные свойства физических процессов. Галилео Галилей и Исаак Ньютон считали, что если нет двух замкнутых лабораториях, одна из которых равномерная, прямолинейная и поступательно движется относительно другой, провести одинаковый механический эксперимент, результат будет одинаковый. Не буду углубляться в историю физики, скажу лишь, что эта гипотеза нашла окончательное обоснование в теориях относительности Эйнштейна, в которой пространство было уже четырехмерным. И, соответственно, эта теория не могла существовать без геометрии Лобачевского. Аксиомы Лобачевского, естественно же, выполнялись. При помощи теории относительности были выявлены законы движения.